Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить шестерни войны Gears of War. War. Как вы хотите, так и скажите. Штаб, мы вышли из гробницы. Завод в 10 километрах от вас, но осторожно. Противник движется в вашем направлении. Саранча явно знает, где вы. Вас понял. Отлично. Куда пойдем? Мы пошли. Мы налево, вы двое направо. Пойдет. Все, пойдем с тобой налево. Сходим. Давай. Вот отыщу саранчу и устрою им веселье. Усек, а я покажу им. Не устал языком? Нет, конечно. Подожди, это наши. Это наши, ёпта. Они только снизу, видимо, пошли. Чего? Чего? Вот дрянь. Дом, мы уперлись в тупик. Поищи другой проход в здании. Вас понял. Пойдем. О, Семён! Что это такое? Козлина. Раздавили крысика. Смотри, вон там. Черт, бумеры. Вот тут бумеры идут в вашу сторону, берегитесь. Бумеры? Да. Что, где? Когда еще надо было написать? Эй, уроды, сюда! Что это было? Ёб твою налево! Здорово. Что это за... Штуковина. Граната какая-то. Кидай. Бумеру. Черт, эти твари почти с тебя ростом, Коул. Ага, почти. Хорошо. Слушай, в игры охрененно играть. Я могу сказать, я кобес. Я столько лет в них не играл. Ага, решил подождать. Ставит нас потом. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Бред. Думаешь, я прикалываюсь? Я думаю, что у тебя крыша поехала. Вот что я думаю. Ого, как мило. Как два дебила. Эссолз, точно. Что делать? Шеи. Нет, блин, только трачу зря, наверное. Хорошо, что делать? Сверяйтесь с картой или... Бер, что делать? Не люблю. Не знаю. Найти выход, наверное, отсюда. Да. Угу. Пойдем, найдем. Мы вот отсюда пришли, правильно? Угу. Тупик. Блин, как здесь нам задание посмотреть? Да ё-моё. Снова вернуться в бой. А нет, это не то. Здесь что-то нихера не видно. Ладно, давай, вот, что здесь? Здесь тупик. Здесь. Так иногда режима X не хватает из Бэтмена, да? Ага. Сюда бы подсветили бы нам, что делать. Шаш найдем, вот сюда пойдем. Вот и нашли. Да. О, опять эти хрюкалки прибежали. Это кто, саранча или эти? Нет, это бумеры нахер. А, бумеры. Так, я пошел за ружбасом, ты пока здесь. Не понял, что дверь что ли закрыли? Дверь закрыли, что херы? Кидаю гранату. Блин, чем нам стрелять-то? Класс. Нам нужно то оружие, нахер это бомбежка. Они дверь что ли закрыли, замуровали? Походу да, не пройти, смотри. Посмотри, а нет, вот можно пройти. Вот отсюда, да, мы пришли? Это у нас не берется почему-то. А вот эту... Подожди, я ни хера не вижу. Так, дырка. Вот эту, по-моему, замуровали. Вот здесь раньше можно было пройти, да? Блин, сволочь, а. Ну, блин, дерьмово. Может быть, там где-то дальше по пути будет?
Надо, видишь, все так обыскивать, смотреть. Нет патронов. Вон там, возьми, где есть. Третья. Только херня осталась, блин. Такую пушку потерял. Сейчас, может быть, еще дадут. Самую хрену, ёб-моё, ну нахер эти гранаты вонючие. Что мне с этим пистолетом бегать, как? Контрольная точка. Найти транспорт. Заданница. Ну идем. Вот у нас какая-то кнопка. Эй, наш кореш. Берт. Берт. Или Берт. Берт. Кто-то балуется. А, это эти. Мне нужны патроны. Всем они нужны, знаешь, как бы нас тоже не особо-то ими. Нету у тебя этой пушки, ты же видишь? Блин, да. У тебя только третья. Граната пошла. Осторожно. Ничего не вижу. Вот это мощное оружие. Блин, мы сейчас подохнем нахуй. Я тоже ничего не вижу, кореш. Это вот эти опасные, большие, которые какими-то ракетами стреляют. Да уж. Ой, Сеня. Давай что-нибудь ржебаста где-нибудь отыщем. Куда он стреляет? Кто там стреляет? Ой, покраснели. Куда нам валить? Вот проход, сюда пойдем. Какая мудила. А вот мудак. Вон он бегает. Ё-моё, нихера себе, это мудак что ли? Я думал, ты наш кореш, это ты хер моржовый. Вот сюда пойдем. Пойдем. Ильич. Ай! Только он сказал не Ильич. Неважно, что он сказал. Главное, нам сейчас не подохнуть. Вон он бежит к тебе. О, ружбас. Перегруппироваться. Во ну дай, брать. Чё не берете? Не берется нахер. Ну ёб твою. Живой кореш. Осторожно! Ой, это ё-моё, ты вы уже все сюда приперлись. Ну и потихонечку движемся куда-то. Так, корефаны, куда нам нахер? Пойдем в тупик. Хоть бы фонарик. О, можно бить. Наконец-то патронов дали. Да и для этого пекали нахер. Че, мы кругаляшек побежали? Вот эта лестница здесь. Это мы, наверное, обошли с другой стороны решетки. Что там можно было оружие взять? Space. Что это, лестница? Нет, это не лестница. Ну пошлите. Тупик. Мне кажется, куда-то вот сюда. Во, вот сюда. Точно. Путь должен быть. Ну, блин, ой, выкинул я дуралей, ружбас. Хороший. Что это у нас такое? Может быть, еще появится оно где-нибудь. Плотное. Тогда соберешь. Так, здесь ни черта. Тупик. Нихера. Ну, только просто прогуляли, взяли. Взяли пульки. Ну чё скажете? Вот мы с другой стороны ограды, да, получается, оказались. Здесь может куда-то пройти. Кто-то там хрюкал. Как там задание нам посмотреть, ё-моё? Сверяйтесь карты. П, У, и нихера не жмётся ничего, вообще жесть. Tab, Ctrl, Shift, ничего не идет, нет, нихера. Ну что скажете, товарищи? Ну вот опять эта херня.
Ладно. Посмотрим, что за херь. О, еще подобрали. Да, мы потом подобрали. Опять сюда пришли, смотри. Угу. Да блин, куда идти-то, ёб твою мать? Че ты здесь сидишь? Секун. Это наш или не наш вообще сидел? Наш, наш. Как я этого геморроя не люблю, если честно. Куда идти, ребята? Ребзя, куда идти? Как же здесь ни хера не видно. Ой, блин. Что, это все, что ли, ё-моё? Вот такие у нас здесь настроечки. Как нам яркости прибавить? Вообще ни хера нету, ё-моё. Я вообще ничего здесь не вижу. Ну, чуваки, ну скажите, куда идти? Что вы выбешиваете меня? Блин, уже дай какой... Дай ко мне попроще. Какой круг уже? Ну куда вот ты хочешь пойти? Стрелять не надо. Я просто пробегусь. Блин, ну какое дерьмо, а? Нет, здесь какие-то камни вонючие. Тупик. Граната. Взять? Да бери, сейчас что. Sweet. Мило. Я не могу сказать, что эта игра дерьмовая, потому что да, это плохо, что в играх вообще никакого указателя нету, ничего нету нахрен. Что это за дерьмо? Может туда нам идти? Нахер нам здесь пулемет этот плотный? Тоже тупик. О, нашла. Мне нужна помощь. Нам надо сваливать отсюда, так что если у тебя есть план, выкладывай. Зашибись. Я тут знаю одного типа поблизости, у него есть машина, старый вездеход на ходу. Ого, ты знаком с местными? Ага, там впереди лагерь. Так что, ты водишь дружбу с изгоями? Не вожу дружбу, кретин, я разыскиваю человека. Заткнись, Берт, шагай. Что? А я что сказал? Я уверен, и среди изгоев встречаются. Найти поселение изгоев. Во-первых, да, здесь, ну, ничего ни хера не видно. Я ничего не вижу, в общем-то, здесь. Очень темно. И вот это застревание, конечно, меня вымораживает. Давай, сюда пойдем. Мы отсюда пришли, правильно? Вот. Сверху мы приперлись. Давай еще раз. Да, здесь тупик. Почему здесь этих настроек нету, яркости? Что, лень было сделать, что ли? Так, вот, проход сюда, здесь что? То же самое. А здесь уже выбил. О! Видел? Трупер, я же говорил, у нас... Какой трупер? Я вижу, да. Какой-то трупер. А, это тот, который убил этого нашего кореша. Как да эта песенка это, была, да. Помнишь? А пара трупер нам с тобою было, да, суть. Да это пару клипов выпустил и исчез, чувак. Пару трупер, вот он как раз про них. Да. Дом и Кол вдохли. Может быть, не надо идти? Не надо. Ну ты сказала, дома копишь дох, я пошел их спасать. Нет, так я просто говорю. Лучше ничего не говори. Так. Ага. Чего ты там трещишь дерьмом? Куда идти? Да.
Где наш проход? Блин, что, не закрыли его, что ли? Блин, чем стрелять-то, ёб твою мать? Да, вот так получай. Ну что, взорвал-то, ёб твою мать. Кого там еще взорвать? Кидаю гранат. Нет, гранату не буду. Ствол возьму. Весь измазался. А, это наш. Амбал жирный подох, по-моему. Не могу прицелиться. Ух ты, снайперуша нахер. Ты свой. Нихера себе. Что там за хер стреляет? Минус то, что да, может быть, у нас монитор фиговый. Я ничего не вижу здесь нахрен. Чего? Блин, подохнем сейчас нахер. Кто там стреляет? Вон мудак, сдох. Врача! Аж трех сразу, давай! Где Брэд? Кто там нафиг? Живой? Не думай о боли. Свинья сдохла. Я его не вижу, стройся, понял? Берегись! Ай! Козел! Как же я жалею, что я ружбас выкинул, ё-моё! Блин, такой ружбас выкинули! Ну где ты, урод ты жирный? А, всё, наверное... Класс! Иди нахер. Какому-то пикальку подному. Ууу, прошли! Чё здесь? Контрольная точка. Контрольная точка. И, скажем, третья почка. Можно и здесь, наверное, закончить. Ну ладно, сейчас пробежимся немного. Живо. Играть с нами, как кот с мышами. Что это было? Лестница, походу, свалила. О! А как ружба взять? Что-то у тебя нет этой кнопки, чтобы поменять ее. А почему я пришел? Ну бери! Ах, черт! Почему не взял ружье-то, еб твою мать? Че он там орет, хер моржовый? Что там за дерьмо? Никого. Здесь лесенка, да, упала. Сюда? Это... Собаки поганые падают. А, это эти. С неба. Шавки. А мне нечем стрелять. Представляешь? Отлично. Чё, шизофреники, что ли? Оружие я не могу выбрать, стрелять мне нечем, зашибись. Где там этот был обвал? Вот. Заберу. Все, вот она наша стволяка.
Блин, ну здесь по-любому можно как-то оружие сбросить, наверное. Сейчас пойдем посмотрим. Что там за херня нас преследовала? Что тут делается? Все, зашибись. Всё. Найти поселение изгоев. Вот же пакость. Ты знаешь, тебе не понравится. Все, нет, честно, нет. Игра крутая, это точно. Ничего не могу сказать, ладно. Там эти лабиринты, это полная фигня. Да? То есть, игра все равно охрененная. Так что подписка на канал, ставьте в группу контакта, комментируйте, ставьте лайк, всем удачи, пока.